С оттяжечкой у нас принимает Либерти Прайт. И, по-моему, ожидаемо нами резвый прием с его стороны. Лучше всех Вайберклок. Вайберклок Владимир Гиханов, Гита, лучше всех принимает. Тут же Филиппинка Лока, Александра Попова. Далее лошади едут кучно. А впереди Вайберклок. Владимир Гриханова, тут же Филиппинка. Мы их видели и в первом гите. Эту пару впереди. Питер Пен Лок третьим колесом. Рейд Рашидова заезжает первый правый поворот. Так же, как в первом гите, только он там скакал. А сейчас нет. Прям действительно прыг какой-то ремейк. 28,4. Как здорово приняли. По-прежнему впереди Вайберклок. Тут же рядом Филиппинка. Александра Попова атакует Питер Пен Лок. Питер Пен Лок и Рейд Рашидова идет в атаку. На предположенной прямой атакует он лидирующий лошадей. Тяжело Вайберклок становится именно по предположенной прямой. Уже ослабленный вожжи у Владимира Гриханова. Показал хлыст своему Вайбергу, но не отдает пока еще бровку Вайберклок. Здорово, второй четверть ожидаем. 29,7. Здорово едут. Это резвее первой попытки. Очень здорово едут первую полкруга. И что? Питер Пен Лок заставляет Вайберга на третьей четверть. Мы видим, что Владимир Гриханов уже... Сдается Филиппинка. Зато, по-моему, Старбой начинает немножко накатывать на сцепившихся между собой лидеров. Беспрецедентная борьба у нас на... при выходе на четверти. Так, четверть. 29,6. Третья четверть. Ну что, отобьется Вайберг или не отобьется? Питер Пен Лок. Отбился Вайберг Лок на предположенном прямой от Питер Пена. Удержался в повороте на финише прямой. Вайберг Лок его захватывает. Но ведь сзади накатывают. Это Старбой. Это Старбой. И Федералок. Старбой. Нургурок. Старбой выиграет дороги приза гильдейца.